Не получится. Не получится. Сейчас объясню, почему. Я же думал, испугался. 8 лет, да? Ага, ну я понял. Вот этот проблемный участок. Сейчас уже солнечные дни, и глыба заметно уже уменьшилась. Происходит резкое потепление, эта глыба становится плотиной как бы, и вода затекает во все стороны. А сейчас я постараюсь вскрыть крышу и выяснить детали, в чем же проблема. Лед тронулся. Ну вот и все, диагностика закончена. Вот, вы видите, не? Да-да-да, я знаю, я сам подкручиваю. Я вообще не сторонник вот этой планки. Фишка самореза в чем? Она же вот эту дырочку, допустим, резинкой закрывает сверху. Да. А вот здесь, она уже проткнула с собой металл там. А здесь все стоит. А вода дождевая, она же летит, под лист залетает. И опять же в то же отверстие, вы поняли, где незащищенное. Всегда надо выдерживать саморезы, ну где-то здесь последнее закручивать, да? Плюс уплотнитель поролоновый ставить с двух сторон. Вот эти все ошибки, они все в копилку. А вот на краях уголки как загибают дело. И уголки. Сейчас мы к этому все подойдем. О, видишь картина? Смотри как. О, у вас там и пирог. С утеплением вся беда. Да. Контрабрешетка и шаговая обрешетка. Все наоборот. Не получится. Не получится. Сейчас объясню, почему. Ну, допустим, на 5 сантиметров. Она тащит за собой весь кат, да, от начала до конца. То есть любая экспертиза и все, привет. Ну, сейчас я видео засниму на телефон, я потом внизу покажу. По словам нашего заказчика, здесь ремонтировали этот узел уже, ну, я не знаю, за лет 10, раза 3-4, капитально, основательно. Я вскрыл. Тут проблема не только с яндовой. Вот сама яндовая, видите, она насколько короткая сделана. Отсутствует гидроизоляция. И получается, на обрешетку просто наложили сверху гидроизоляцию таким образом. А должно быть, кто изучал технологию монтажа металлочерепицы, должна быть вот эта гидроизоляция идти по стропилам, контрабрешетка, шаговая обрешетка. Она еще должна являться страховочным слоем. Она истыкана вся саморезами, и не мудрено в этом узле постоянно протечки. Я не исключаю, что здесь еще проблемы с конденсатом, потому что кровля мансардная. Я считаю, что при такой конструкции кровли лучше избирать другой вид материала, например, сюда органично подойдет фальцевая кровля, либо битумная черепица. Все-таки металлочерепица любит кровли с простой архитектурой. Двускатная кровля, четырехскатная. И угол наклона тоже имеет значение. Здесь пристроена еще плоская терраса, накапливается снег. Именно этой зимой снега было очень много. Плюс наложилось резкое потепление. Снег начал обильно таять и произошли протечки. Покрытие здесь пластиковое, называется пластизол. 15 лет назад открыли. Это был последний писк моды. Маркетологи активно вывели на рынок так называемый пластизол. И действительно, я хочу сказать, вот поцарапать гвоздем, он менее царапучий, стойкий к коррозии, не поддается механическим воздействиям. Но, как выяснилось со временем, очень действует на него ультрафиолет. Цвет выгорает очень на солнце. И поэтому его спустя несколько лет сняли с производства. Кровли с данной черепицей очень проблематично ремонтировать, подобрать практически в цвет металлочерепицу невозможно. Тут холодный треугольник. А если бы там же и холодно, правильно? Все равно, как ни крути, вот в этой области, да? Так, частями, сегментами. Да я вот повешу сейчас на это. Давай, Юр, я сначала... Да. Заказчик говорит, здесь стояли глыбы, он где-то приличные куски глыб выбросил. Но сейчас уже потеплело, растаяло. Здесь пароизоляция, видите, не проклеенная, стыки. Тепло покидает помещение, уходит в пирог. По хорошему счету, все надо ремонтировать.
что, поехали дальше, Василий? Честно, хочу просто услышать независимое как бы, мнение, экспертное, да? Вот правильно, правильный подход. А так вообще вот каких-то видимых протечек? Ничего нет, просто вы хотите перед утеплением? Я своим взглядом непрофессиональным, вроде должно быть все нормально. Наш сегодняшний заказчик пригласил нас по причине не то, что у него что-то произошло. Следующим этапом он будет делать утепление мансардной кровли, чтобы удостовериться, что все в порядке. Даже если какая-то ошибка произошла в кровле, чтобы это можно было исправить до того. Вот правильный подход. Эти деньги ничто по сравнению с возможными проблемами, которые может получиться. Вот именно так же я и рассуждал. Да. Фирма, да? Нет, я делал не фирму. Две недели летнего периода, она вся просохнет. Я наблюдаю такую вещь. Сейчас там снизу, а вот этот верхний пирог, он уже ветривается сам, как бы. Да. Брас, а структура черепицы Франк? Таун. Цементная песчаная черепица. Такая увесистая. И основательно стропильную систему под нее нужно готовить помощнее. Соответственно, керамическая в два раза легче. Штучная черепица, такой презентабельный вид, но все-таки я считаю эконом класса. По сути, прессованный цемент, окрашенный. Со временем здесь, вот в этих местах может появиться мох, образование мха. Выпуск и время 8:04. Утреннее, раннее. Здесь можно деревом или 200-й доской. Да, вот так вот. 200 и перекрестная полтинник. Правильно. Значит, перекрестная делаете вот так. Чем будете стены делать? У вас тут места достаточно. Вообще будет супер. Но когда монтировали контрабрешетку, брусок, они же гвоздями всю истыкали ее. Специально, без протечек, дочь будет держать. Вот гидроизоляция. Видите, щель оставили, сейчас там только пеном. Фасады такие, заиндивелость такая, с под крыши выходит. И вот это тоже. Но металл-то лучше, она сольется хорошо. Люди стараются экономить на всем. Стены с газоблока строят, и нахер нормопояс нужен? Вы заразе? Нет. Нормопояс экономит. В целом на оценку хорошо. Такие мелкие помарочки, которые можно исправить. Вот, ребят, хотел наглядно показать. Подшивка карнизных свесов фронтонной части. Стандартная заводская часть, которая дается в комплекте. Ее не хватило закрыть полностью фронтонную часть. Заказчику сказали, он привез. Но когда кроечки увидели, что не хватило, они нарезали вот такие полоски и наставляли. Для таких дел лучше иметь листогиб, покупать гладкий металл и нагибать уже по ситуации на месте. Вот еще один момент. Есть два варианта подшивка карнизных свесов. Либо сделать здесь объемный в этой части, либо этот треугольник перенести в эту зону. Заказчик впервые от меня это услышал. Говорит, я не знаю, это сделали кровельщики на их усмотрение. По мне бы я здесь обрезал эту часть и перевел этот треугольник под крышу. Но зачем этот чемодан здесь нужен? А заказчик даже об этом не знал. Ну что, куда теперь? Тверская область.